Скоро на пенсию, не беда, ведь душа молода, да и сил еще много. А значит, можно сесть за парту и повысить уровень знаний. Выбор профессии по желанию, новые знания навязывать никому не будут. Предложат обогатить уже имеющиеся навыки, причем дистанционно. Легкие движения компьютерной мышкой, и спустя пару месяцев воспитатели дошкольников станут педагогами дополнительного образования. Благодаря новой программе у меня появилась возможность получить новое образование. Новая специальность «Педагог дополнительного образования» даст мне возможность еще больше заниматься с детьми и расширить мои профессиональные горизонты. Конечно, очень хорошо, что есть эта программа. Она будет проходить обучение, они будут дистанционно, без отрыва от производства. И в любой момент они могут просто-напросто уже работать преподавателями дополнительного образования. Академия знаний – так называется астраханское учебное заведение, где ахтубинские воспитатели проходят переподготовку. Согласно финансированию федеральной программы, в Ахтубинском районе в этом году участником проекта «Старшее поколение» станет 21 человек. В зависимости от выбора профессии в центре занятости населения предпенсионерам подберут учебное заведение. Наша задача, изъявил человек желание обучаться, например, по доп. Образованию, мы подбираем те учреждения образовательные, которые могут предоставить данную услугу. Захотел человек поменять профессию, был поваром, хочет стать швеей, мы будем подбирать то учебное заведение, которое может предоставить данную услугу. Форма обучения может быть как дистанционная, так и очная. Если это предполагает специальность только очная, значит и человек согласен, он может поехать, это может быть и другой город совершенно, поехать, обучиться, в зависимости от того, какая специальность, какие требования. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Александра Кулакова, Ахтубинск ТВ.